Всеволод Суханов, 3 года. Сева погиб в результате обстрела окрестностей города Торез. Андрей Хижняк, 15 лет. Во время обстрела села Степановка Андрей бежал с родителями в укрытие. Танк выстрелил в спину. Андрей погиб на месте. Надежда Кардаш, 1 год. Надя погибла в селе Артемовское при артиллерийском обстреле боевиками киевского режима. Ужасно само по себе, ведь что в наше время, в 21 веке, появляются такие даты, памятные даты, даты скорби. Мне кажется, что человечество уже должно было бы пережить все это. По итогам двух мировых войн, множество вооруженных конфликтов, горячих точек, осознает, что война – это самое ужасное, что может случиться. Особенно, когда гибнут мирные жители, дети, старики, женщины. И сегодня вот так сложилось, что эта дата вошла в нашу жизнь, и игнорировать ее просто непозволительно, иначе этих дат будет еще много, не дай бог. Очень важно, чтобы мы не только в эту дату, а практически каждый день помнили, а тем, кто забывает, напоминали о том, насколько ужасна война. Наша главная задача – сделать так, чтобы ни один ребенок не погиб от жестоких обстрелов, убийств нацистов. Это сейчас важно, это почтить, помнить, и все наши дети должны жить под мирным небом.